Экспозиция выставки «Мастер года 2016» вызвала большой интерес у горожан. Удивительно красивые изделия, выполненные с использованием керамических техник. Мы попросили мастера показать, как работать с гончарным кругом. На мастер-классе Александра Русяева побывала Алена Москалева и Андрей Просвиркин. Преподаватель кафедры педагогического и художественного образования МГПИ имени Евсевьева Александр Русяев увлекся гончарным искусством 4 года назад, когда сам еще был студентом вуза. Это сейчас в его руках глиняная субстанция легко превращается в крынку правильной формы. А когда все только начиналось, ему приходилось корпеть над гончарным кругом с 8 утра до 8 вечера на протяжении 4 месяцев. Спустя 4 месяца, как я научился центровать, дальше я уже пробовал какие-то формы крутить, правильную постановку рук для себя как бы уяснил, понял это, как правильно осанка с гончарным кругом. Там, допустим, если руки на весу будут, то уже ничего не получится, будет работа кривая. Гончарное искусство – дело кропотливое, и подходить к процессу следует со всей серьезностью. Сначала выбить лишний воздух из глины, затем, не торопясь, придавать заготовке нужную форму. А там еще сушка, обжиг, роспись. Каждому процессу свое требование. С каждым изделием, когда ты его скрутишь, это еще одно. С ним как с маленьким ребенком нянчишься. То есть не дай бог какой-нибудь сквозняк, не дай бог кто-то тронет, он все лопнет и все труды на смарт. Это далеко не первый мастер-класс Александра. Сейчас он показывал азы школьникам, а были и студенты-заочники, которым далеко за 40. Такие вот бабушки, дедушки к нам приходили, занимались. Тоже их обучал. Вот, и там я начал мастер-класс показывать, кручу-кручу. Я не такой самый смысл. Сашка, ты шайтан. Вот. Попробовать себя в гончарном искусстве вызвалась Анастасия Грачева. Она учится во 2-й художественной школе Саранска и очень любит лепить из глины и пластилина. Первые вот эти ощущения не забываем. Вот ты вот руки немного тряслись, было немного страшно, там, чтобы работа не слетела, еще что-нибудь. Ну, в общем, первый раз садилась. Присесть за гончарный круг смогли все желающие. Очень может быть, что некоторые в будущем займутся этим видом искусства всерьез. Так же, как когда-то и Александр Русяев. Алена Москалева, Андрей Просвиркин. Наши новости.